Всем привет, уважаемые зрители, подписчики моего канала. В этом видео мы рассмотрим вот такой вот сварочный аппарат производства Grover's компании. Серия профессионал. Аппарат ММА 200G. Этот аппарат нам любезно предоставил магазин Континент 124. Он является официальным и на сегодняшний момент единственным дилером этих аппаратов в городе Красноярске. Так что сейчас посмотрим его визуально, оценим все. Я уже его немножко посмотрел. Мне он вполне понравился. Вполне достойный аппарат на вид. Как он себя. Он также имеет функцию тик-сварки аргона дуговой. Но горелочки в комплекте не идет, поэтому горелочку надо приобретать отдельно. Так, ну маленько пробежимся сейчас так по этим. Кабеля 3 метра, что клемма массы, что клемма держака. По 3 метра кабеля. Я его уже смотрел, разбирал. Кабель хороший, медный. Не алюминий, как любят это делать. Покрасят алюминий и это. И типа так сойдет. Нет, здесь кабель медный, хороший. Все, их даже видно с этих. Держак, сама клемма массы тугая, пластинчатая, с хорошей этой. И мощная пружина стоит. На некоторых аппаратах она так себе, но здесь сделано добротно. Также длинный кабель, сам кабель, включение в электросеть, тоже длинный. Сечение вполне себе хорошее. Кабель мощный, с хорошим запасом мощности. Так что давайте сейчас посмотрим сам аппарат. Потом, естественно, попробуем им поварить, как он себя чувствует. Ну, сейчас я настроюсь на этот, переключимся, смотрим. Так, ну вот так вот выглядит это данный аппарат. Здесь защитное стекло стоит. На панели индикатор переключения ТИК-ММА. Ну и, естественно, настройка мощности. Электронное табло. Серия профессионал, как я уже говорил. Аппарат, сам аппарат Grover's. Так, здесь на задней панели кнопка включения-выключения. Сделано ввод. Кстати, качественно сделано. Вот это подсказывает Митяй, наш молодой суперсварщик, что затяжка идет кабеля. Это очень удобно при замене. А то есть влитые, которые вливаются, не очень как бы. Ну вот как-то так. Наверное, как-то так. Сейчас попробуем его подключить и потестить. Ну все, ждем дальнейших действий наших.